Генеральный спонсор – производственный кооператив «Аккумулятор». Здравствуйте! Вы смотрите новогодний выпуск программы «Команда мечты». Все самое лучшее и интересное из жизни хоккейного клуба «Южный Урал». И с вами Наталья Егорова. И Олег Пивунов. Достойные проводы уходящему году дракона устроили хоккеисты «Южного Урала». Традиционное шоу не оставило равнодушным преданных болельщиков. Насыщенная программа полностью оправдала надежды и никого не оставила равнодушным. Удовольствие от происходящего на льду Дворца спорта «Юбилейный» получили все – и участники, и болельщики. Хочу поздравить всех болельщиков и жителей города Орска от лица себя и от всей команды с Новым годом. Пожелать здоровья, счастья всем в Новом году. Чтобы с каждой игрой приходили на трибуны все больше и больше людей. С Новым годом! Хоккейное шоу с участием мастеров Южного Урала для Орска стало событием уже традиционным. В этом году календарь чемпионата позволил его провести в канун Нового года. И праздник стал настоящим подарком для всех собравшихся на трибунах Дворца спорта «Юбилейный». Обе части шоу-программы не оставили равнодушными ни зрителей, ни самих участников. Тем более, что в конкурсах на точность, силу и ловкость соперники команды мастеров, команды мечты ни в чем не уступили и даже в некоторых моментах превзошли профессионалов. Достойно проиграв в кулинарном конкурсе, для репетиции которого были скуплены все сковородки в городе, хоккеисты-любители, администрация клуба, воспитанники и тренеры «Дюш-4» одолели мастеров в импровизированном боулинге. В бросках на дальность удалось одержать верх профессионалам, однако в самом азартном и захватывающем конкурсе любители дали понюхать пороху мастерам. А вот в конкурсе «Сюрпризе», о котором организаторы специально умолчали, хоккеисты команды «Мечты» одержали безоговорочную победу. Несмотря на все старания Александра Евграфова, дуэт Пивунов-Подкопаев был выше всяких похвал. В завершении конкурсной программы соперники поборолись в исполнении буллитов, где в первую очередь оценивалась оригинальность. И к полному восторгу зрителей хоккеисты не разочаровали. Непосредственно к хоккейному матчу соперники приступили с равным счетом начисленных баллов. Поединок начался с цифр 4-4, и никто не мог подумать, что за 45 минут игрового времени такое количество шайб побывает в воротах обеих команд. Шайбы на любой и даже самый искушенный вкус посыпались, как из рога изобилия, начиная с первого периода. Хоккеисты Южного Урала, конечно, облегчили задачу соперникам, поставив на ворота Григория Аксютова и Евгения Григоренко. Но тем красочнее и зрелищнее оказался хоккей в исполнении обеих команд. Голкипер Александр Печурский и Глеб Евдокимов выступили в роли нападающих и не раз атаковали ворота соперников. Неподдельная радость воспитанников «Дюш-4» «Южный Урал» после заброшенной шайбы вызывала не менее бурную овацию зрителей. Конечный счет стал вознаграждением за самоотдачу, изобретательность и артистизм. Хоккеистов обеих команд 16-16 победила дружба. Что немаловажно, все средства, собранные от продажи билетов, были направлены в реабилитационный центр «Родничок». И это только часть новогодних сюрпризов для детей, лишенных опеки родителей. Уважаемые болельщики, поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем вам счастья, здоровья, удачи и болейте за Южный Урал.
не остались в стороне от новогодней сказки и подшефные Южного Урала. Воспитанники реабилитационного центра «Родничок» получили от хоккеистов подарки с наилучшими пожеланиями. Предновогодний визит в «Родничок» с неизменными подарками – это уже старинная традиция для Орского хоккейного клуба. Эта тесная дружба длится уже давно и только крепчает из года в год. Наш центр существует уже около 15 лет, и треть нашего существования мы дружим с хоккейным клубом «Южный Урал». Это около 5 лет. Это ребята из этого клуба оказывают нам постоянно материальную помощь, моральную поддержку, организовывают досуг наших детей, не забывают поздравлять нас на наши праздники, как день рождения центра, новогодние мероприятия. Поэтому от всей души тоже поздравляем всех ребят с наступающим Новым годом. Желаем спортивных побед, и мы всегда остаемся вашими болельщиками. Воспитанники центра ждали и готовились к приезду хоккеистов. Однако новогодний утренник совпал со временем плановой тренировки, и всю ответственность пришлось взять на себя пресс-атташе Южного Урала. Ребята, здравствуйте! Наших хоккеистов сегодня игра, поэтому они сейчас тренируются, не смогли к вам приехать сами и отправили меня, но не просто так, а с подарками, потому что у нас сейчас Новый год наступает. У вас хорошее настроение? Да! Новогодний праздник прошел весело, задорно, с песнями и танцами. Каждый воспитанник центра получил сладкий новогодний подарок от Южного Урала. И не только. А в будущем году их ждет еще немало интересных сюрпризов от мастеров орского хоккея. Кооператив «Аккумулятор». Безупречная репутация длиною в четверть века. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Хотим, во-первых, поздравить вас всех с наступающим Новым годом и поблагодарить за то, что вы так болеете за нас. Нам очень нравится, нужна ваша поддержка. С наступающим Новым годом. Всем здоровья, удачи в Новом году. Болейте за Орск хоккей, занимайтесь спортом. Еще раз спасибо за поддержку. И в новом году мы постараемся вас радовать победами намного больше. С Новым годом! А в завершении программы хотелось бы вспомнить самые волнительные и поистине исторические события уходящего года. Еще раз о рекордах, победах и самых незабываемых моментах, ставших уже историей. Начало чемпионата в высшей хоккейной лиге для Южного Урала сложилось как никогда стабильно, а в некоторых показателях даже неожиданно. Примечательно, что в двух домашних сериях арчане не отдали ни одного очка своим соперникам. И именно первые игры дома отметились новыми достижениями и клубными рекордами. Итак, открывает импровизированный хит-парад Евгений Александров, забросивший пока самый быстрый гол в лиге. В матче с ижевскими «Столиварами» 35-й номер бело-синих открывает счет на 15-й секунде встречи. Сухая победа со счетом 5-0 положила начало поистине историческому событию для орского хоккея. Впервые в истории Южного Урала одержано 3 сухих победы с общим счетом 10-0. Блестящий подарок клубу, которому в этом сезоне исполняется 55 лет. Этот результат, заслуга которого во многом принадлежит вратарям, позволила Глебу Евдокимову занять верхнюю строчку в рейтинге голкиперов лиги с абсолютным коэффициентом надежности. И как следствие, прислушивая вратаря сентября, приехал в Орск. Еще один бросок. Глеб Евдокимов в игре и заслуженно срывает аплодисменты публики.
Набрав скорость на трамплине домашних побед, южноуральцы одержали трудовую и бескомпромиссную викторию над фаворитами последних сезонов тюменским «Рубином», который впервые вывел орский клуб на вершину таблицы высшей хоккейной лиги. Ликованию болельщиков не было предела. Во второй домашней серии орские любители хоккея стали свидетелями нового клубного рекорда в исполнении своих любимцев. Один за другим гости пали под натиском южноуральцев, несмотря на титулы и желание победить. Новая страница в истории клуба озаглавлена пятикратной викторией, положив начало пока самой продолжительной победной серии Южного Урала. Особое внимание заслуживает поединок с ярославским «Локомотивом». Самый напряженный и непредсказуемый, где исход решила одна единственная шайба, заброшенная за 46 секунд до финальной сирены. Без сомнений, Игорь Камаев на сегодняшний день автор самой нужной решающей шайбы, которая позволила набрать 3 очка и снова вывести Южный Урал на первое место турнирной таблицы. Заветная вершина была достигнута кропотливым трудом и колоссальными физическими затратами. В дальнейшем незначительный и ожидаемый спад физических и психологических кондиций вернул Южный Урал с небес на землю. И этот период арчане стойко пережили. На сегодняшний день 4-е место в сводной таблице лишь трамплин для будущих побед, потому что самый накал страстей еще впереди. На фоне вышесказанного еще одно достижение является закономерным для нашего хоккейного города. Уже 3-й год подряд, несмотря на результаты, клуба орские болельщики бьют все рекорды посещаемости домашних матчей. А в этом сезоне цифры просто зашкаливают. 8 домашних встреч Южного Урала собрали под сводами Дворца спорта «Юбилейный» свыше 37 тысяч человек, что составляет 16% населения города. Что будет дальше, загадывать сложно, но даже стоячие места продаются задолго до начала самого долгожданного зрелища в городе – его величества хоккея, которого для арчан много не бывает. Всем привет, уважаемые болельщики, болельщики хоккейного клуба «Южный Урал», арчане, всем привет. С вами команда «Южный Урал», и в частности Глеб Евдокимов. Хочу пожелать от лица команды, от всех нас, с наступающим Новым годом. Пусть в этот Новый год принесет вам много радости, тепла, удачи, счастья. Болейте за нас, мы будем больше радовать вас. Вы всегда с нами, мы всегда с вами. Всех с Новым годом. Уважаемые болельщики, год подошел к концу. Мы с вами весь этот год провели вместе. Команда показала хороший результат. То есть мы в этом сезоне, в начале сезона, были больше месяца на первом месте. Впервые в нашей истории клуба. Сегодня мы заканчиваем на 4-м месте. Я считаю, это неплохой результат. Ну и в наступающем году я желаю и вам, и нам, чтобы мы как можно выше располагались в турнирной таблице. Нас ждет плей-офф. Я надеюсь, что именно вместе, именно как вы посещаете матчи, мы добьемся наилучших успехов. Поздравляю всех с Новым годом. Всем терпения, удачи, счастья. Производственный кооператив «Аккумулятор». Безупречная репутация длиною в четверть века. Здравствуйте!
Привет! Юбилейный! Свет! Фу! 3, 4! Вы смотрите телевизионный проект «Команда мечты». С вами ведущий Олег Пивунов. И Наталь. Ну, сама скажешь, давай. Пойму. Чики-баки-чики-баки. Раз, два, три. Не могу. Так, угадать. Ошибиться легко, угадать так, но только не ему. 3, 4. Ставки предсказания. Я понял, сейчас. Какие-то сложные слова тут у меня все. Вы смотрели телевизор... Что это было такое? 3, 4. Да, капитан! Yes! Это... Особенно... Тихо. Несколько неординарно сложился поединок Южного Урала. Встречи на хоккее. Вы смотрели телевизионный проект «Команда мечты». С вами были Наталья Егорова. И Олег Пивунов. До встречи на хоккее. Ты быстро поправил. Хватит. И в завершении программы, уважаемые болельщики, разрешите от всей творческой группы программы «Команда мечты» поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Мы хотим вам пожелать в новом году только побед. И до встречи на хоккее! Ha ha ha!